Что там у тебя такого? Меня Тимур Гусенков пригласил на свидание. И что? Я хочу быть очень красивой. И что ты тут решила сделать? Подготовить себе для макияжа. Для макияжа? Да. Расскажи мне про рисуночки, которые ты сегодня сделала. Это что такое? Это я, это Тимур Гусенков. Там написано «Я люблю». Я люблю. А, вы это друг другу говорите? Да, там друг другу говорим. А дальше что нарисовано? Это моя кто? Моя бабушка. Кто? Бабушка. А это что такое? Подснежник. Ага. Пролеска. Пролесок, да? А это что? А это... Я, конечно, не умею подсолнуть, поэтому я так вот нарисовала. Это то, что он тебе цветочки дарит, что ли? Да. И ты теперь решила с косметикой разобраться, да, со своей? Да. Ну, что тут у тебя из косметики есть для свидания? Вот это вот. Это что? Это духи. Дальше. У меня есть вот такая вот помадка с миленькой мордочкой. Она апельсиновая. Угу. Губы будешь мазать? Да. Чтобы целоваться? А это блестки, чтобы можно было блестяще было. А это просто так для красоты где-нибудь. Мазаться. Да? Да. Это кисточка что-нибудь есть. Вот это вот. А еще что у тебя там есть? Эти для лесницкого. А еще? Уши. И зеркальце. Чтобы не сделать криво. Что криво не сделать? Что ты? А еще у тебя расческа есть? Да, вот она. А чтобы быть красивой, для лица у тебя есть специальная щеточка. Да. Какая? Вот она. Она очень мягкая. Да. В общем, ты готовишься к свиданию, да? Да. Я еще не приготовила себе. А жить вы где будете? В квартире в красивой. В красивой? А ездить на чем будете? На велосипедах? Да. Он мне возить будет? Да. Потому что ты не умеешь кататься на велосипеде? Да. Эньки-пэньки, варили, вареньки, эньки-пэньки, вас. Что это такое? Это мои лаки детские. Ты выбираешь лак? Да, мне попался вот этот лак. Все, будешь к свиданию готовиться? Да. Ну давай краситься будешь завтра уже, хорошо? Ну это послезавтра у меня будет свидание. Да? Будешь собираться? Я просто приготовила. Будешь вся такая красивая, да? Да. В платье в своем новом. Угу. Кокошник оденешь? Да нет, зачем мне кокошник? Ну красиво же в кокошнике. Я хочу кокошник. Надо же платье красивое приготовить. Платье? Да. Вот когда вот будет после завтра. Ну, когда вот будет, через два выходных пройдут, я ему скажу, а где встречаться-то будем? Да? Не знаю. Так прямо скажешь? Да, потому что я не знаю. А что сегодня было еще? Гроза? Да. И что там во время грозы было? Я сказала Тимуру, что мне страшно, а он сказал то, что я тебя защищу, он мне сказал. Ты так обрадовалась, да? Да. Целый день теперь бегаешь, порхаешь, да? Тушу. А? Это мне мама такую тушку дала. Влюбилась, в общем, да? Да. Не рано. Мы влюбились, короче. Не рано? Нет. А как же дискотеки? Так дискотеки уже скоро будут. Скоро будут? Угу. Жопа будет битая скоро. Почему? Потому что никаких дискотек. Пока институт не закончишь. Ну ладно, дискотек-то никаких. Но любовь уже есть.